Пока! Город Флойдо проснулся, и все жители занялись своими делами. Водитель катка строит новую дорогу. Пожарник готовит к работе свою пожарную машину. Готовит свой пожарный значок. И рацию для связи. Проверяет все установки на своей машине. Проверяем, работает ли водяная пушка. Пушка работает отлично. Большая красная машина готова к работе. Привет, Дэн! Посмотри, какую красивую дорогу я построил. Поехали за мной, я покажу. О, Макс, с удовольствием посмотрю. Поехали. Эй, что это? Ух ты, Макс, кажется, кто-то здесь хорошо поработал. Разворотил весь твой асфальт. Я знаю, Крепыш нам поможет найти виновника. Крепыш! Ха, кажется, кому-то нужна моя помощь. Ха, бегу! Что случилось, друзья? Чем могу помочь? Кто-то разрыл дорогу, которую я только что сделал. Ты можешь узнать, кто это? Легко. Кажется, я знаю, куда идти. Вот кто нам нужен. Точно. А вы угадайте, кто это? День ли ночь ли на дворе, он всегда сидит в норе. Дни и ночи напролет роет землю сонный. Крот! А зачем это вы, крот, разрыли нашу новую дорогу? Ой, а я не заметил, что там была дорога. Простите, пожалуйста, я ищу свою морковку. Она куда-то пропала и рою весь день. Морковку? Я могу помочь, я скоро. Вот ваша морковка, уважаемый крот. Не ройте, пожалуйста, больше нашу дорогу. Ай, спасибо. Обещаю, больше не буду вам мешать. До свидания. Спасибо большое, Крепыш. Без тебя бы мы не справились. Я всегда рад помочь. Обращайтесь. Ну что, ребята, мне пора заново укладывать дорогу. Думаю, вечером покажу вам, что у меня получилось. Отличной работы, Макс. Будем ждать. Пока-пока.